Рейд по проверке легковых такси прошел в Одинцовском округе. В ходе мероприятия сотрудники госавтоинспекции, Управления регионального административно-транспортного контроля и ГКУ «Организатор перевозок» проконтролировали соблюдение правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Особое внимание уделялось выявлению и пресечению фактов нелегальных перевозок. За время рейда было проверено около 30 автомобилей, выявлено 3 факта перевозок пассажиров без разрешительной документации. В отношении водителей составлены административные материалы за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа, а также за нарушение требований проведения предрейсовых медицинских осмотров и контроля технического состояния транспортных средств.